Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, сегодня мы проходим вот этот островок. Здесь, кстати, будет босс. Так, зайдем в инвентарь, кое-что глянем. Кстати, я получил, друзья мои, новую карту. Вот она, акула. И я хочу ее взять протестить. Так, что она у нас? Общий урон 900. Перемещает цель на случайную заднюю позицию. Так, плюс 50 урона за использование карт синего цвета. Максимальное увеличение в 3 раза. То есть это стакается, да, получается? Вот вместо чего взять, я только не знаю. Может быть, вместо снегобума? Или же вместо улья? Погоди, а зачем я вообще буду брать, ребята, если она у меня даже не прокачана? Первый уровень — это вообще ни о чем, ты понимаешь, да? Так что давай, наверное, все-таки будем проходить пока так. Что у нас тут моргает? Чемпионская арена. Ну, давай пройдем быстренько эту чемпионскую арену с тобой. Плюс у нас еще кое-что, по-моему, есть там. Открылось за использование, ребята, карт. Дополнительный уровень. Ну, потом покажу, короче. Так, начнем вначале здесь. 6 волн. В принципе, для нас это и ерунда. Ага, нормуль. Так, сейчас я попробую использовать рыбу. Успею ли я? Вряд ли, да? Хотя, погоди. Успеваем. Так, лишь бы они заморозились. В плане, этот ханори, главное, не заморозился. Эй. Минус снеговик. Сейчас улей бросим. И займемся вот этим уже. На тебе. Так, вторая волна. Не надо мне показать ничего. Из пушки. Теперь, наверное, сделаем заморозку. Так, прекрасно. Плюс бросим улей. Как раз в гринча попали. И, наверное, еще одну заморозку мы сделаем. Скорее всего, да, я сделаю именно так. Замораживаем. И боеголовка. На тебе. Комбо. Ну что, песик, получи и распишись. Бинго. Третья волна. Кто у нас там? Да идите вы со своими пополнениями. Давай динамит, наверное, бросим. Плюс выстрелим из корабельной пушки. Нет, давай заморозим вначале его. А, так тут все. Прыжка ему. Четвертая волна. Да что вы мне все суете, вот эту вот восстановлялку. Так, смотри-ка, все заморозились. Давай тогда боеголовку, наверное, сделаем. И сразу же холодильник. Хоу, бьет она, конечно, на ура. А вот холодильник меня здесь не очень порадовал. Так, снегобум. И еще одну боеголовку. Вау, шикарно. Так, я успею динамит бросить? Успею. И останется у нас вот этот слизень. Я его, естественно, заморожу вначале. И брошу в него улей. Так, пятая волна. Ну что, здесь, естественно, замораживаем. Бросаю улей. Тихо-тихо, из пушки, наверное, бомбанем. Угу. Плюс боеголовка. Минус скелет. Шикарно. Так, я вот не знаю, может быть, динамит бросить или как? Нет, наверное, все-таки вот так. Да, это будет оптимальней. А вот теперь... А теперь мы просто их заморозим. Потому что вон мороженка там выпендривается. Все. Так, теперь из корабельной пушки. Блин, он живучий. Давай тогда улей кинем туда. Блин, этого мало, этого не хватило, ребят. А, сейчас этот ударил, а. Он еще и заморозил. Ну, блин, ведь не добьет, да? Добили. Минус мороженка. Ну что, следующая партия, это последние у нас охламоны. Поэтому давай их заморозим для начала. Потом кинем, наверное, улей. Давай динамит. Плюс боеголовка. Минус мухомор, как ты видишь. Так, теперь минус гоблин. Ну и остается у нас тролль. С троллем мы, естественно, с тобой довольно легко разберемся. На тебе. Давай его, наверное, подожгем. Пускай горит пока. И заморозочку. Все. Бинго, друзья мои. Забираем сундук. И смотрим, конечно же,
Так, 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 так. Слушай, ну здесь нужно умножить по любасику. Ну смотри, 10 лямов опыта и 10 лямов у нас льда. Так, здесь нам выпадает мулатура 1,5 миллиона. Плюс снегобум 725 тысяч. Ледяная боеголовка 1 миллион. Так, жаба войны 1,5 миллиона. Гарпун, отлично. Так, акуломет, вот как его увеличать. Большая бомба, это бонус идет. И шестереночки. И еще и алмазики. Так, ребята, это тоже надо все приумножить. Ну вот она, повышенная награда. Так, вроде бы все, да? А, нет, я еще говорил, что будет один бонусный этап. Если он, конечно, у нас открыт. Ну давай, загрузка, что так долго-то? Короче, это у нас находится вот здесь. Да, ребята, вот, охота за сокровищами. Жадный гоблин, босс, 55 уровень. Ты посмотри, сколько здесь, ребята, вкусняшек у него. Поехали, попробуем его разобрать. 55 уровень, мы, конечно, немножко слабее его. Но я думаю, что с помощью моих бойцов мы его все-таки одолеем. Так, 554 тысячи хп у него. Это не кисло, ребят, на самом деле. Так, попробуем заморозить. Правда, гоблин вроде бы не замораживается, насколько я помню. Потому что это как бы босс. Опа, мы еще и по щам получили, прикинь. Давай боеголовку. Слушай, у него и противнички какие-то тут жирные. Так, давай еще раз из пушки. В гоблина лучше бомбить из пушки. Почему, ребята? Ну, потому что это самое мощное оружие, которое у меня есть. Давай бросим туда динамит. Минус один. Блин, слушай, мы получаем и получаем, а? Так, сейчас еще и гоблин, да, меня? Звезданет. Ну, у нас с тобой две аптечки есть. Так что, я думаю... В плане. Вы что, серьезно, что ли? Я думал, что, ребята, это хотя бы когда-то прекратится. А он... Так, у него пошла вторая фаза. Давай пока, наверное, ничего не будем получать. Сделаем с тобой вот так вот. Ага, обнулили. Так, теперь холодильник. Гоблин, вот он, появился. Ой, как он мало получает урона. Маловато. На, динамит. Блин, сейчас еще башня меня ударит. Так, ай, бесполезно. Надо башню... Башню нужно уничтожить. Ну? Е. Yeah. А он же сейчас опять вызовет. Это бесконечно будет. Так, получить здоровье. 16 тысяч нет, пока не будем. Сделаем так. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ага, сбили, да, им? Теперь динамит. Где прячется? Вот он, гоблин. Да иди ты, вот тебе-то тут только не хватало, а? Ведьма. Сгинула бы ты отсюда, а? Ну, серьезно. Ну-ка. А не сбивается у него, ребят. Вот в чем вся проблема. Холодильник. Заморозили. Слушай, у меня 25 тысяч хп всего лишь осталось. Прикинь. Что это он там на себя взял, я не могу понять. Так, 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 попробуем. Блин, мне нужно ему наносить урон. Так, он горит. Сейчас я попробую бросить. Если я успею, если я успею. Ну... Да давай ты уже, блин. А этому по барабану. Хоть бы что, ребят. Довольный, бегает, прыгает. На-ка вам динамит. Слушай, ну там награда жирная, поэтому нормуль все. Он того стоит. Ну, в него давай. Блин, три снаряда попало именно в этого снеговика. Е! Все, друзья мои, минус гоблин. Ёк-макарёк, сейчас у нас тут... Шикарно. Конечно же, это все надо приумножить. Обязательно. Сундучок. Так, ледяная боеголовка. Топоры дровосека. Дальше последний аргумент. Отбойник. 5 лямов почти. Шокодрон. Напалм. 3 миллиона.
И рыбный дождь. Почти 2 миллиона, ребят. Так, бонус. Спутник смерти. Ну и шестеренки. Так, да, надо опять же увеличивать. Так, ну что, вроде бы там разобрались. Отправить друзей, давай быстренько с тобой отправим. Так, боевую жабу отправляем. Здесь Юрия отправляем. И здесь совушку отправляем. Все, пошли они, короче, гулять. А мы с тобой будем проходить этот островок. Возможная награда. Яд. Ну что же, яд так яд. Давайте, друзья мои. Блин, вот где вот этот вот босс, а? Вот всех видел, кроме вот этого вот, как тебе сказать, слон, да? Это слон у нас получается. Поехали, начинаем с рыбного дождя. Начинаем с рыбного дождя. Плюс барабан судьбы. Плюс пушка. Отдуплился парнишка. Так, давай-ка вот так сделаем. Ну и боеголовку. Чётенько. Вторая волна. Поехали. О, тут у нас дед зомби. Что будем делать? Что будем с тобой делать? Вот, минус один ханорик. Так, давайте попробуем вот этого вольнуть, гоблина, который косит под Элвиса Пресли. Давай динамит кину. Ну, ай-яй-яй, дедушка сейчас встанет. Слушай, мне надо как-то вот того прибить. Барабан судьбы, помоги, пожалуйста. Вот, спасибо тебе большое. Так, ну и дед зомби остается. Заморозить бы его, не успел. Тогда из пушки. Готов, парень. Так, следующая армада вышла, да? Шикарно. Так, давай заморозим, наверное, всех. Тут остался один, да, из братьев. Так, пускай немножко погорит. Плюс холодильник. И, блин, динамит не настакан. Куда ты? Спать. Так, этот копит, ребята. Я успею, интересно, бомбануть заморозочку? Успею. Ну, заморозьте вы его. Прикинь, нифига, ребят, сейчас ударит. Очень больно. Так, прекрасно. Да улей, добейте, вот этого вот нужно добить, ты понимаешь, вот этого вот охламона, блин, который стоит там с дробовичком, блин. На тебе, обои, да? Ну что, да идите вы со своей бесплатной покупкой. Но здесь хорошо получилось, на самом деле. Раз выстрел. Так, теперь боеголовка пойдет. Вообще, ребят, когда враг заморожен и применяешь боеголовку, урон, конечно, колоссальный. Это мне очень нравится. Так. На самом деле я хотел голуби заморозить. Это голубь Пит. Из Черепашек-ниндзя легенды. Вот и все. И да выпендривался он. Ну что, из пушки? Ясен перец. Так, следующий враг. Кактус. Это у нас отсылка, вы понимаете, да, откуда? Из фильма «Пила». Так, минус кактус, сразу же причем. А, какой минус-то? Он выжил. А холодильник? Холодильник его добил. Так, мне нужно, знаешь, что сделать? Вот этого переместить на задний ряд. Вот этого йети. А вот с этим разобраться и как можно быстрее. Давай я, наверное, заморожу. Плюс выпущу боеголовку. Е. Ну, а теперь с тобой, ханорик, разберемся. На-ка, жуй. Ага, жуй улей. Ну, я вообще-то успел. Так, и заморозочку. Последняя волна. Здесь, ребят, ну, для начала заморозим. Так, этот, по-моему, принимает весь урон на себе, да? Это же он? Это он, по-моему. Сейчас я проверю. Нет, ребята, это обычный чувак. Потому что, который принимает на себя урон, у него сразу отмечается щит. Минус двоечка. А, нет. Хотя, да. Я думал, что этот выжил, мороженка. Ну что, холодильник. Ну и дальше, как по накатанной. Выстрел делаем из пушки. И барабан, наверное, судьбы, да? Скорее всего. Погнали. Да, ему крышка. Ну что же, вот как-то так. Теперь забираем свои награды. Блин, почти 2 миллиона яда. Отличная награда.
Так, нам нужно совсем чуть-чуть, ребята, опыта. 2 миллиона буквально. И мы с тобой перейдем на 47 уровень. Тут что-то забрать можем. Корону, да, одну? Отлично. Так, ну что, едем дальше. Здесь у нас будет разыгрываться отбойник. И опять же опыт и все дела. Обязательно надо пройти. Вот с боссом бы лишь бы не сфейлиться. Да я думаю, пройдем мы его. Так, привет, ребята. Заморозочка. Я уже думал, опять не заморозили. Нет, все хорошо. Бумс. Так, погоди-ка, давай, наверное, бросим улей. Почему не сюда, а? Один хлопнул. Давай. Ну фиг с ним, пускай, в принципе, и этот. Мне-то какая разница, кого уничтожать первым, да? Единственное, что вот эти хламоны бьются очень сильно. На-ка, заморозку тебе. Фу, какая заморозка, это же просто ледяной снаряд, ребят. Ах ты, гаденыш, ударил. Все-таки успел нанести мне урон, да? Ага, все по ведьме. Сейчас сделаем с тобой одну классную вещь. Вот так вот. Урон получим сейчас с тобой. Жаль. Но пока еще терпимо, если честно. Так, минус ведьма. И сейчас мы с тобой уничтожим этого снеговика. Двигаемся дальше. Так. Неплохо для начала. Так, барабан судьбы. Слушай, вот этот жучара, да, он очень мощный. Тут не поспоришь. Сейчас я попробую вот так вот заморозить их. Ну, нормуль. Так, улей сюда, из пушки сюда. Он, естественно, не сдвигается, потому что он окопался. Всех, всех сразу. Одним взрывом. Ну что, хлопчики, на-ка тебе. Для начала, да? Для сугрева, так сказать. Боеголовка пошла. Быстро мы с этим кондором разобрались. Очень быстро. Так, улей кинем туда. Из пушки шмальнем сюда. Так, вот теперь, наверное, придется так сделать, скорее всего. Ай-яй-яй. Я рассчитывал немножко на другое. Ну, хотя бы одного убрали. Ах, ты успел все-таки. Блин, я не успел, ребята, бросить улей. Ну ничего, пока еще терпимо все. Давай, наверное, сделаем барабан судьбы. Потом следом бросим динамит. Бросаем. У меня, кстати, в колоде больше, мне кажется, этих заморозок, чем огня, да? Тебе так не кажется? Ну куда ты хиляешься, а? На, заморозься. Так, а этот хочет, ребят, хильнуть. Хочет да перехочет. Мы его уничтожили. Ну что, теперь холодильник бросаем. Или пушку, да, давай из пушки. И последние противники. Так, с чего начать-то? Ну давай так, наверное. Теперь снегобум и плюс. Нет, заморозить, наверное, скорее всего, да? Да, заморозим. Мы их заморозили. Морозная боеголовка. Отлично. А, их тут два. Их тут, оказывается, два было. Так, давай заморозим еще разок тогда. В плане, а почему этот не заморозился? Не заморозился. Блин, вот этого нужно добить. Куда летит? Так, минус один. Дай-ка я, наверное, испорчу им все здесь. Таким вот образом. Плюс динамит. Из пушки добьем, интересно? Не, не добили. Тогда снегобум идет в бой. Туда кинем улей. Да сгорит и... Нет, не сгорел. Но в любом случае мы здесь с тобой пройдем. У нас нормально так здоровье. И это последняя волна. Все, друзья мои. Мы здесь победили. Остается забрать награды, ну и, естественно, их умножить. Так, мы, кстати, получаем сейчас уровень, судя по всему, да? Новый уровень. Так, получить. И у нас с тобой предпоследний враг. Сейчас мы его накумарим, и потом уже будет Бассера.
Так, погоди-ка, у нас есть что-нибудь на прокачку? Давай-ка глянем с тобой. Есть, я могу прокачать. Слушай, холодильник, улей. Хочу вот эту вот боеголовку прокачать. Ледяную, да? 46-й, 47-й уровень. Слушай, ну неплохо, на самом деле. И улей тогда маленько. На один уровень. Слушай, я думаю, что это нормально. Продолжаем, короче, поединки. Так, здесь у нас разыгрывается отравленный кинжал. Кстати, может быть, как-нибудь попробовать поиграть отравленными картами, а? Карты на отравление. А вдруг нормуль пойдет, а? Так, а этот-то что, заморозился? А, слизень не заморозился. Ё-моё. Как же ты так, а? Как же ты так избежал этой участи, парень? Сейчас попробуем снегобумом его заморозить. Да. А теперь надо, наверное, рыбой. Если я успею. Успел. Так, зомби. Да, заморозился, отлично. В плане ты пузырь поставил. Ну-ка. Блин, восстал, а? Дед зомби восстал. Потому что, ребята, у нас здесь осталась одна морозота, это слизень. Он сейчас опять воскреснет. Блин, да что такое? Почему у него не сходит? Во. Раньше, ребята, я помню, этот пузырь можно было пробить. Сейчас почему-то нет. Блин, опять дед встанет, а? Давай, наверное, из пушки бомбнем. Да? Убьем слизня, а потом уже займемся дедом-зомби. Холодильник сейчас на него брошу. Но вначале, естественно, он меня ударит. Так, ну что, барабан судьбы. Ясен перец. Так, теперь улей. Ведьму сразу украшили мы с тобой. Так, теперь попробуем холодильник кидануть. Огненный урон. Так, снегобомом добьем, наверное, да? Ага, не добили. Так, бросаем динамит. Твою дивизию, блин. 38 тысяч остается у нас хп. А это только третья волна? Вы серьезно? Да, без заморозки, конечно, очень плохо бьет ледяной вот этот вот снаряд. Давай из пушки, наверное. Что дальше, динамит или как? Давай, наверное, холодильник или нет? Теперь. Что теперь? Теперь опять из пушки. Блин, никак не разобрать его. Да чтоб тебе. Ну, ребят, это вообще дело дрянь. У нас с тобой какая третья волна, а здоровья уже практически не осталось. Вот так-то. Ну что, четвертая. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Надо разобраться с дедом. Пока он на переднем плане у нас. Если мы его уничтожаем, то будет круто. А кто-то сомневался, что этот гаденыш меня ударит. Зачем я его на задний план сбросил, скажи мне на милость теперь. Теперь придется голубя уничтожать. Как можно быстрее. Так, иди сюда, дед. Ну вот, в принципе, и хорошо. Ударит. Холодильник. И боеголовку. Предпоследняя волна у нас. Слушай, здесь, наверное, бросим динамит. И барабан судьбы. Применим. Все в него, что ли, полетит? Ну да. Минус сорняк. Минус сорняк, подожди секунду. Так, минус снеговик. И теперь остается этот охламон. Замораживаем. Замораживаем, плюс боеголовка. Ёк-макарёк, вот это да, вот это мы его разнесли. Так, ну здесь все немножко попроще будет. Сделаем так, плюс. Зачем я его выкидываю назад? Блин, ну-ка. И улей еще в него полетел, да? Это как специально. Это как специально, чтобы он там сгорел и ударил меня, естественно.
Хотя... Ну-ка, куда полетит? В него, да? А, вон. В пса. Давай-ка тогда еще бросим с тобой. Если я сейчас успею пушку, ребята, мы сделаем с тобой вот так. Этого ханорика я сейчас уничтожу снегобумом. И остается у нас мухомор. Хиляется еще это, прикинь. А как тебе вот так, парень, а? Все. Прошли. Ну и вот наши награды. Так, получаем награды, опыт. Кстати, для того, чтобы получить следующий уровень, нам нужно с тобой 86 миллионов. В данный момент только 17. Ну, самое главное, что мы дошли с тобой до боссеры. Слушай, награды шикарные будут. И награды, и опыт, и уровень, да? Точнее, какой уровень? Опыт. У нас потом эти пойдут осколки ледяные, там листики и все. Вот, ребята, вот это страж. Чистой воды. Смотри. Проверяется это так. Видишь? Мишень. Когда мишень появляется, это значит, что он весь урон будет принимать на себя. А сколько здесь? 6 волн, и босс будет на последней волне, я так понимаю? Сам виноват. Так, а здесь что мы сделаем? Наверное, вот так. Плюс бросим улей. И, наверное, динамит. Шикарненько. Так, секунду. Заморозка вначале. Великолепно. Плюс барабан судьбы. А дальше-то что сделать? Боеголовку кидануть. Пускай летит. Ой, не туда. Ладно, снегобум. Точнее, снеговик. Отлети отсюда. Бросим, наверное, вот так вот. И следом закинем. Нет, улей. А вот теперь можно динамит. Адьюс. Третья волна, друзья. Блин, тут окопатель. На тебе. Плюс заморозка. Зашибись, ребята, заморозка вообще на них не подействовала. Прикинь. Обнулим. В плане. Вот, другое дело. Да чтоб тебя, блин. Придется опять так делать. Почему-то не срабатывает. А вот так я сделаю. Заморозили улей. Ну и, в принципе, крышка. Так, здесь у нас дед. Ох, ёк-макарёк, ребят. Кого я там вижу, а? Ведьма, которая сейчас будет карты мне все спутывать. Ай-яй-яй. Вот это плохо. Вот это плохо. Ну что, если я, например, барабан судьбы, мы сможем уничтожить ведьму? Ах ты, чуть-чуть не хватило. Может, сгорит? Ну, вначале, естественно, ударит, а потом сгорело. Ну что, дед-зомби, ты уж извиняй. Твоя пора наступила помирать. Здесь я ничего не буду пока делать. Давай-ка снегобума закинем. Теперь, наверное, заморозить их лучше. Дополнительный урон. Значит, когда горит противник, после этого бросаешь лед, и только тогда не получает дополнительный урон. Так, мы сейчас поменяем, наверное, местами, да? Так, а вот с этим нужно разобраться уже. Заморозим для начала, и все. И прибили его. А вот, друзья мои, босс. Ну, это какой-то босс, недобосс, можно так сказать. У него 457 тысяч хп. У него, по-моему, нет ни помощников здесь, никого. Ну, заморозка, естественно, на него не действует, понятно. Значит, делаем динамит. Так, а что это за пробирка у него там копится? Что он будет делать? Ах ты, ушастый гоблин. Отравил? Эй-эй-эй-эй-эй, подожди, не надо так травить сильно. Блин, может, какое-нибудь очищение у нас
Да, мы очистились с тобой от скверны, так скажем. Он опять меня травит, а? Мы опять тогда сделаем очищение. Очищение не сработало. Слушай, у него опять пробирка копится. Так, из пушки. Ай-яй-яй. В принципе, если мы можем с тобой использовать рыбный дождь, то ему должна быть крышка. Нифига подобного, да? Ну что, кинем улей и все тогда. Слушай, ну это какой-то легкий босс на самом деле был. Зато какие шикарные награды, ребят. Ну что же, мы прошли с тобой этот островок, и у нас доступ открывается к следующему, да? А кто тут босс будет? Ага, вот он, этот самый кальмар в вампирском костюме, я помню его. Ну, здесь вот два зомби. Так, тут дробовик, молот Тора, топоры дровосека плюс лук. Ага. Понял. Так, есть что-нибудь у нас на прокачку? Есть. Давай-ка я, наверное, прокачаю еще одну боеголовку себе на один уровень. Так, а вот здесь вот. Че, вообще ничего? Последний аргумент. Хм. Кинжал. Общий урон. Сколько это получается? 2000, да? Что-то маленький какой-то урон, если честно. Но я все равно прокачаю. Потому что листочки надо куда-то тратить. Надо. Цель задняя. То есть задняя цель будет, да? Чикать. Ну, предположим, так, не хватает карт. Нож мы прокачали с тобой по максималке, получается, да? Тогда у нас еще что? Яд вот такой есть. Цель случайная. Отравляет цель и наносит 150% урона спустя 7 секунд. Понял, да, намек? Вот так вот сделать эти карты. Все на отравление и с ними сыграть. Я просто хочу посмотреть, насколько будет офигенный эффект. Плюс максимальное увеличение в 3 раза. Оно еще и стакается. Ну это круто. Так, опять не хватает карт. Все, она прокачана у нас получается по полной программе. Что еще я хотел, например, яд использовать вместе. Так, а тебя нельзя, да? Не хватает эфира. Ах, вот ты как прокачиваешься. Это эфир, оказывается, вот эта штука. Да. То есть вот эти все карты прокачиваются за эфир. Хм. А я-то думал, почему они не прокачиваются. У нас все есть, просто не хватает эфира. А эфир добывается только где? На нашем роботе боевом. Только там мы можем получить эфир. Так, кстати, там, по-моему, у нас должен быть уровень повышен. Ага, 23-й. Так, забираем. Что у нас там? Да это разве награды, ребята, это фигня. Так, по прокачке. По прокачке что? А, подожди, битва с боссом. Давай попробуем с боссом подраться. Кто там? Ага, носорог. Что такое? А, ну все, мы его ушатали. Смотри. Пси. Yeah. Вот, ребята, тот самый эфир, про который я тебе говорил. Я вот не знаю, если я посмотрю рекламу, у меня умножится эфир или нет. Сейчас мы с тобой глянем. Так, жаба войны. Блин, подожди, а этот что? Это я не буду приумножать, потому что, ну, тут сам видишь. Фигня какая-то. В общем, у нас было с тобой 5 эфира. Я посмотрел рекламу. Так, и по идее должно быть эфира 10, да? По логике вещей. Сейчас посмотрим. Например, я хочу прокачать, ну, вот это вот. Да, ребята, все работает, удваивается. Видишь, 10 эфиров все-таки есть. Так, сколько это? Это ж сколько мне нужно, ребята, чтобы его прокачать? Перемещает цель на случайную заднюю позицию.
Плюс 50 урона за использование карт синего цвета. Максимальное увеличение 3. Ладно, уговорили. Мне же тоже интересно посмотреть, что из себя представляет эта карта. В следующей серии мы обязательно протестим. Ну, естественно, если меня не подведет наш робот. Нам нужно с тобой очень много эфира. Так, чтобы ему прокачать. Атака от навыков, наверное, да? Плюс, блин, вместимость не надо. Наверное, вот еще вот здесь прокачаем. И здесь тогда. Шанс крит удара увеличиваем. Хорошо. Нет, лучше вот, по всем монстрам. Ракетный залп. Увеличивает силу удара. Ага. Вот так вот. Слушай, ну он довольно быстро копит себе опыт. Несмотря на то, что он получил только уровень, да, уже смотри, сколько накопил. Когда будет турнир? Вот что мне интересно. Когда же он будет открыт? Так, у нас заданий, к сожалению, больше пока нету, я смотрю, да? Это мы с тобой прошли. Хотя тут можно еще раз пройти, я так понимаю. А эти у нас обновляются. А это что? А, VIP. Пакет. Нет, спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, мы на этой ноте с вами будем закругляться. Обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.